Но чем интересно, его вообще не видно. То есть вот нет замаха, да, страшно становится сразу. А плечо вообще на месте остается. А как называется, мы вот с вами делали сейчас, да, с локтя движение. Короткое движение, вот его вообще не видно. Две точки соединяются, все. Локоть и кисть. И самое интересное движение, оно кистевое, просто сбор кулака, да? То есть это не вот этот инч-панч, который делает Брюс Ли, да? Это просто волна, ну, короткая. А Денин вообще вот, нет опоры на землю, одна кисть работает, с кисти движения. Очень коротко. Да, то есть еще раз, с плеча, с локтя, и вот короткое движение, вот кисть. Ну, очень не актуально, а мальчики вот молоток, да? То есть молоток же, мы так, маленький годик, как бы не будем же вот так забивать, да? Да, так рубанешься по пальцу. Потом берешь аккуратненько, да, молоточек. И в конце что нужно сделать с молоточком? Да, гвоздик забить, но аккуратно, чтобы по пальцам не попасть. Для тех, кто хочет не только смотреть ролики, но и научиться, мы подготовили полноценный курс занятий. Переходите по ссылке под видео на наш сайт, чтобы подробнее ознакомиться с содержанием курса и записаться.